Я сказала тебе нет. Это у нас будет только после свадьбы. Ну с Кириллом и Андреем же у тебя было. Я за них замуж не собиралась, не путай. Ладно, ладно, я ее сейчас даже брать в расчет не буду. Это женщина. Все понятно. Она решила обнулить пилотку. Все, что было до свадьбы, это не считается. Я снова девочка, давай люби меня как первый раз, да? Откуда? Откуда вот это вот поголовье лезет, который в это все верит? И потом еще и после свадьбы выклянчивает. Ну мы ж пошли расписались, может теперь ты мне дашь сделать или нет, а? Ну пожалуйста, ну я же теперь твой муж. А царевна лежит на кровати, на диване, да, и думает, лучше, наверное, сначала тебе заберу карточку зарплатную, а потом, возможно, тебе дам понюхать. Не что-то поделать, а просто понюхать, и все. Я же королева. Опять-таки, не буду к ней никаких претензий предъявлять. Почему? Почему они это все терпят? Зачем? Для чего? Видно, это им нравится. Ребята, пишите, откуда они лезут.